7 утра, 20 число. И мы сейчас идем так рано, чтобы заехать на выставку, которая у нас будет проходить в рамках АМТ. Но отдельно будет стоять площадка со стенд-проектами, которую организовал Серега из Sprinkles. Как я понял, рано так надо заехать, чтобы менты не стали всех крепить. Обещания кидали, что будут принимать всех, кто не успеет заехать до 7:30. Главное, чтобы они потом не устроили облаву уже, когда все закончится. Вот это будет весело. Победителю! Самый первый у нас в городе Финик, который очень красивый на стиле прям. Причем он ничего не меняет уже несколько лет, но все равно, когда он редко выезжает, то выглядит круто. Ты апельсинки выехал. Что заставило вас встать в столь ранний час? Пять камера. Здорово. Опять мы камера. Не ложились. Здорово, Никита. Красавцы. Один Никита улыбается. Сейчас вставать. Встал. Все заебись. Макс, не тянет все, только ребрика для тебя. Да? Конечно. Давай вот туда, тогда. Да, иди сюда. Доброе утро. Так себе доброе, но утро. Хотя бы наступило. Все, остановочка начинается. Держи. Ой, починили порог. Да, залатали. Опчик! Так. Надо чем-то протереть, наверное. Надо чем. Давай. Где какой Стэн Смит, какие биксы. Да-да. Я думаю, короче, всех вперед выдвигать. Чего? Куда? Всех вперед выдвигать. Да, по линии по одной, да. Потому что все вот так в разнобой стоят, там копейку из-за Волги вообще не видно. Ура. Пока что нам. Break it down. Пастухов Александр, Екатеринбург. Он бежит, бежит. Аплодисменты, друзья. Уже вдвоем поднимаемся.
часика с выставки, надо было до дома заехать, поработать. И возвращаюсь обратно, тут, собственно, выставки-то и нет. Нет, это мне не надо. Сюда мы еще съездим. Рассосались что-то все очень быстро. Сейчас я отправляюсь на специальную съемку для партнеров стенд-фестиваля Акрофобия, который у нас пройдет 3 июня, и мы все туда собираемся, конечно же. И это будет как такой рекламный промо-ролик перед фестивалем. Так что сейчас едем на мойку, чтобы намыться, и уже двигаемся на саму съемку. Сейчас тут освобождают для нас парковку. Вон Игорь. Сейчас мы сюда расставимся и будем как VIP-клиенты. Мне интересно, при чем тут дети, Акрофобия и наши машины? Дети — это отдельно ролик, мы едем в защиту детей. То есть это просто так совпало, что да, сейчас сначала с детишками разберутся, нас пока постригут, потом они как раз закончат. Что мы сделаем? Задержали сильно. Да, нормально заезд сейчас? Местные сказали, что там прямая что, ровная спадовая площадка прямо подъезда. Ну, там вроде все такое, цивильно. Давай более на, ну, да. Счастливо. Спасибо, счастливо. Ну все, съемочка у нас закончилась. Едем по домам. We are the murderers there. Dead with the jail and we murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurt and despair. Used to have powder to push, now I smoke pounds of the kush. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. True runner over and out of this bitch. Step into the spotlight. Uppers and downers get done. I'm in a rush to be numb. Dropping 1,000 ain't much. Cope in the clouds on a missile to turn this whole town into dust. Don't make a sound, baby, hush. I am the living swipe right on the mic. I'm a slut. I don't know how to not spit like a loud. I spill a pound on my kids on your couch.
сегодня у нас новый Стэн Смит. У нас был уже первый летний Стэн Смит, когда было тепло, потом у нас был Стэн Смит, когда было холодно. Сейчас мы надеялись, что будет теплый, но он дождливый. И у нас впереди Айрат. В общем, Никит, походу поедем, я без навигатора, ты же знаешь, вообще не навигатор. Ну тогда я тебя сейчас обгоняю. Твои видеосъемки. У нас сегодня на встрече будет розыгрыш футболки. Такие стикеры у нас новые, уже с ночным городом. И на другой бумаге. Вот, а по футболке получился очень крутой сочный принт. А главное теперь, чтобы погода сжалилась над нами. Зеленочка, я выбираю тебя. Коробки. Привет. Привет. Сейчас откроем. Тут ножницы. Да мы вместе делаем. Хуяси. Вообще. Это чтобы ниже было? Занижение коробками. У меня там пневма. Занижение пневмы. Вожу пневму с собой. Она есть. Ну что, будем клеить? А что, черный не будет? Я сейчас черный. Ты себе какой будешь? Я уже наклеил. Тебе же сзади черный, наверное, не будет? Да, черный, да. Держи. Сейчас будет розыгрыш футболочки. Футболка готова. Есть стикеры. Скажешь Сереге, что это я разбор. Все, начинаем. Раз, два, три. Подожди, проверяем от 1 до 30. Да мы уже наоблажались. 12. Так, у победителя футболочку с номером 12. У кого какие номера? Не у меня. 12 победил. Я потерял. У вас никого 12 номера нету со стикером? 12 номера нету со стикером? Могу быть я им. Можем за кого-нибудь. Я подумаю. 12-й выиграл. Саня, поедем фоткаться? Сейчас придумаю. Мне дали поехать, подумал, если честно. Не, ну ясен пень, что нет. Я самая, видишь, поедем. Самая крутая сегодня. Но. Самая чистая еще. На граунд ты не поедешь? Скорее всего, поеду. Только я Half Row Mod On. Скорее автовозом до Краснодара, я туда в командировку еду. Вот, там буду где-то месяц. Автовоз ты узнавал вообще?
Ну, мне часть которого платит, так что... Блин, я думал. Неплохо. Не, ну а вообще, даже вот просто найти автовоз, вот найти, кто тебя повезет. Не проблема. Можно, в общем, через знакомых, через дрифтеров есть варик найти, то есть тебя подставят с кем-нибудь. Мне просто контора левая озвучила ценник в что-то 35 косарей за тачку. В одну сторону. За одну сторону. За одну машину. За одну машину. За тачку. Нихуя себе. Чем больше машин, тем дешевле получается. Вообще автовоз и 6 машин. Да я лучше поддон проеду. На своей поеду. Да ты не только поддон проедешь. Ну бампер, хрен с ним, чё. Это он так на граунд решил. Кстати, заедет нормально. Теперь в том году ездил. Все 4 баллона проебались во время ТС. Ты взъебал все 4 баллона? Ну, все с шишками потом были. Пиздец. Короче, вот у нас вот такие вот движухи. Со скринью. Причем, кстати, очень качественно получился принтом печатом тоже. Прямая печать. Угу. Тебе надо, кстати, стикер белый, тачку, ИКБ Стэн Смит. Давай. Она у меня все равно красится, хуй знает, что будет. Ну, потом мы. Клеишь как-нибудь. Их просто разобрать могут быстро. Да, все раздую хоть. Че, за наклеечки привезли. Ставлю на тачку. Тебя пёс, да, грызет в портфеле? Пидор, блядь, он все сгрыз уже. Вон чай не прислали. Low Daily Shop. Подарчик. Их 3 штучки прислали. Стикерочки на фесте только продавать бы. У вас там будет отдельно этот стойч какой-то стоит? Да. Ну мы там флаг заказали, будет флаг. И этот, и... Первый раз только по хуйне мы, короче, что-то. Вот еще наклейки надо сделать. На блестюшки. С следующего раза, в принципе, можно будет раз в 2 недельки, и у вас есть что-нибудь. Вставать с футболками. Ну и тачечки будем снимать. Ну, видишь, сейчас на каком этапе таз. Ты какой цвет взял? От... Серебристый тоже какой-то? Графит, получается. Но он называется Daytona Grey, короче, это эресовский цвет серый. Но сейчас все тачки стали на него красить в последних кузовах. А раньше этот, только эти красили. Тут вот пнему когда будешь ставить? Ну вот он уже мне прислал фотки, что стойки готовы с подушками. А ты на заказ кастом делаешь, да? Да. Сейчас они опоры доделывают, ШС. В понедельник он там обещал все доделывают уже. Отправят ему в Тагил. И я уже пойду к нему ставить. Здорово. Че у вас, все готово? Только что доварил печаль. Там понятно, что вот только. Ну по мне видно, блядь. Вы, видимо, в подполье, где товарить на конкурс. Затравочка. Затравочка, затравочка. Центр проката.